Часть третья. Звездное небо. Действующие лица. Лектор. Рабочий мусорщик. Шофер мусоровоза. Автор. Орущий младенец. Действие первое. Внутренность подземной коммуникационной трубы. На переднем плане спиной к зрителю человек в поношенном, но аккуратном костюме с указкой в руке читает лекцию о происхождении Вселенной, перебирая одну теорию за другой, заканчивая каждую фразу. Но все это хуйня. И начиная излагать следующее. На верхнем своде трубы звездное небо с периодически возникающими на нем вспышками сверхновых после слова «хуйня». Перед лектором грубо вырезаны из картона первый ряд зрителей, а следующие ряды, исчезающие постепенно в тумане зловонных испарений, еле различимы. Периодически сверху раздается звук спускаемой воды в унитазе и начинает течь зловонная жижа, слабый аромат которой достигает зрительного зала за спиной лектора. Зрители постепенно расходятся, не ожидая падения занавеса. Действие второе. Внутренность коммуникационной трубы, наблюдаемая как бы с галерки, из-за спин последнего картонного ряда зрителей. Теперь на заднем плане лектор лицом к зрителям, как картонным, так и настоящим. Над головой лектора люк, крышка которого иногда открывается, и оттуда летит всяческий мусор, сопровождаемый грязным матом небожителей, живущих под голубым дневным и настоящим ночным звездным небом. Лектор, каждый раз прерывая лекцию, раскладывает, рассортировывая падающие предметы, иногда расправляя какую-нибудь скомканную бумажку и читает оттуда стихи скабрёзного содержания, несколько нараспев и с длинными паузами после каждой строфы. Лекция теперь с упором на газообразность различных звезд, начиная с белых карликов. «Задние ряды плохо слушают», – неожиданно говорит лектор, направляя указку поверх картонных голов в следующий зрительный зал. «Пиздец вам поэтому!» – добавляет громогласно, голосом, совершенно отличающимся от лекторского. Ослепительная вспышка сверхновой и полная темнота. Действие третье. На переднем плане люк подземных коммуникаций. За ним пасть средней задней части огромного мусоровоза, изображающего задние сцены. Рабочий и шофер мусоровоза, пытаясь сдвинуть тяжелую крышку люка, покрывают ее неподдающиеся всеми известными нецензурными выражениями. Сдвигают, наконец, и рабочий исчезает в подземелье. Оттуда слышится его дикая брань и чей-то жалобный плач. Из люка начинают поступать небрежно оторванные персонажи картонного первого ряда слушателей лекции. Их уминает в раскрытую пасть мусоровоза его водитель. Последним подается манекен, в точности изображающий лектора. Водитель закрывает пасть, долго ждет у открытого люка, потом качает головой, с трудом задвигает крышку. Слышится оглушительный звук, спускаемый в унитазе воды. Эффектный занавес экран, на котором падающие струи чистейшей влаги. На фоне его проходит автор, толкающий коляску с оглушительно орущим младенцем. Изо всех сил отправляет ее потом самоходом за кулисы. Звук плача постепенно гаснет. Автор говорит, обращаясь к залу, поворачивается и уходит в том направлении, откуда пришел. Thank you.
Метеорит. Действующие лица. Мудак ученого вида. Двое в белых халатах. Санитар. Голова лошадки на палочке. Действие первое. Абсолютно голая, пустая сцена. На ней никого. Пробив потолок, оставляя за собой огненный след, падает метеорит. Ошеломление в зале. Затем с первого ряда поднимается ученого вида мудак, идет на сцену и осторожно приближается к небесному гостю. Тот еще сильно раскален, светится как бы изнутри. И на нем мерзкие богохульства на межпланетном межзвездном языке, очень похожи на обыкновенную матершину. Постепенно тот гаснет, ученый или псевдоученый, для пробы плюет на него. Тот шипит, но уже не очень активно, и проваливается, оставляя в полу черную дыру. Постепенно из-за кулис появляются двое в белых халатах. Осторожно, осторожно берут под руки поднявшегося на сцену и пытаются увести. Тот упирается, показывая на черную дыру. Один крепко берет его под локоть, другой, пожав плечами, задергивает занавес занавеску из простыни на колечко. Действие второе. Санитар в грязно-белом халате отдергивает занавеску. Около черной дыры, явно ее не замечая, сидят двое в белых халатах и, жестикулируя, ведут беседу, слов которой практически не слышно. Из черной дыры периодически появляется голова лошадки на палке из тех игрушек, что помнят уже немного. Санитар с видимым усилием вытаскивает ее из дыры
Проходят между дискутирующими, один из которых раздраженно отстраняет его рукой и уходит за кулисы. Из дыры с шипением вылетает метеорит и, проломив еще дыру в потолке, исчезает навсегда со сцены и из нее. Двое продолжают ожесточенно дискутировать. Санитар выходит сбоку и задергивает занавеску, на которой чуть видно накорябано что-то похожее на метеоритные письмена. Действие третье. Занавес раздергивается как бы сам собой, одновременно наворачиваясь на протянутую веревку. Около дыры, забивая ее досочками, стоит на коленях санитар, а рядом тот, кто поднялся из зала на сцену в таком же теперь халате, сидит на табуреточке и моет в тазу ноги. Потом поднимается, берет таз с водой и уходит, оставляя мокрые следы босыми, бессмысленно вымытыми ногами. Санитар поднимается, собирает лишние неиспользованные гвозди и досочки и неожиданно обращается к залу с речью по латыни, произнося слова с неимоверной скоростью, так что постепенно слова сливаются в один дребезжащий, режущий уши звук, так что слушать почти невозможно, и глохнут, переходя в ультразвуковой диапазон одновременно с наступлением полной темноты, озаряемой вспышками красноватого света. Зажигается обычный свет, и перед зрительным залом глухая бетонная стена, на которой ничего нет. Thank you.
Знамя. Действующие лица. Солдатик со знаменем. Автор. Мальчик-гусеница. Действие первое. Забор, весь испещренный матюгами, и совсем внизу нарисована маленькая хитрая лисичка из сказки о Колобке. К забору почти вплотную, так, что остается узкая щель, пристроен дачный небольшой сортир. Рядом с сортиром скамеечка. На спинке неразборчиво вырезано, что кто-то плюс кто-то равняется любовь. Подходит очень терапевт солдатик стройбата со свернутым знаменем под мышкой, дергает дверь, та не поддается, предположительно, внутри кто-то есть. Садится со знаменем на коленях и ерзает нетерпеливо. Потом протискивается в щель, оставляя знамя на скамеечке, видимо, пытаясь помочиться. Из-за забора оглушительная ругань начальственного тона. Солдатик выскакивает, зажимая рукой незастегнутую ширинку. Другой рукой хватает древко знамени и, волоча его, бежит за кулисы. Из сортира медленно нарастают звуки хорала бар. Занавес. На занавесе плывущий тюлень в бескрайнем синем море. Действие второе. Все то же самое, только сортир поставлен на кирпичные столбики, и в боку у него проломлена одна дощечка. У сортира, как бы на часах, ждущий солдатик с полуразмотавшимся знаменем, с чуть виднеющимся на нем то ли двуглавой птицей, то ли хвостом тюленя. Неожиданно слышится дикий хохот. Сортир начинает крениться в сторону забора. Солдатик бросает знамя, теперь видно, что на нем действительно тюлень, и втискивается в щель, телом своим стараясь удержать падающий сортир. Тот валится, видимо, прижимая полностью солдатика к забору. Из щели начинают выкатываться детские игрушки, пирамидка, какие-то шарики, мишка с оторванной лапой и очень странная механическая ползущая гусеница, которая медленно ползет вдоль всего забора. В то время как гомерический хохот, затихая, сменяется нарастающим звуком хорала Баха. Занавес, на котором тюлень пытается, видимо, сойдя с ума, съесть медузу. Действие третье. Лежащий на боку сортир, который все-таки упал, проломив забор, образовал ввиду его отвалившихся крыш и стульчика некий проходец, перед которым, естественно, выгребная яма. Из ямы весь в дерьме вылезает все тот же солдатик, видимо, ухитрившийся как-то туда попасть, чтобы не быть раздавленным падающим сортиром. Пытается вытереть с себя дерьмо, явно желая прибегнуть к помощи валяющегося тут же знамени, но чувство долга удерживает его на этом пути. Из-за кулис нарастающий ритмический скрип и ползущая вдоль забора огромная игрушка-гусеница. Останавливается около нарисованной спреем лисички, так засияет, улыбается. Потом, направляясь к солдатику, пугает его настолько, что тот, отступая, проваливается опять в угребную яму. Из-за забора на четвереньках через лежащий сортир, почти полностью закутав голову от испарений, высовывается автор и, протянув руку, бережно берет знамя с тюленем. Потом, повернувшись к гусенице, а ты ползи нахуй отсюда. И уползает сам за забор, где кто-то на гармошке пытается неумело воспроизвести все того же несравненного Баха. Занавес, где весь тюлень, но по контуру украшен мигающими елочными лампочками. Эпилог.
Автор с игрушкой-лисичкой, явно позировавший для заборного ее изображения, улыбается в зрительный зал на фоне забора, где искусно выпилен нахуй весь лисичинский рисунок так, что осталось ее отсутствующее изображение, через которое кто-то бросает скомканные бумажки. Маленький мальчик в форме солдатика, явно великоватый и довольно грязный, пытается подползти из-за кулис к автору, изображая гусеницу, но к его ноге привязана веревочка. И кто-то периодически вытягивает его обратно. Несколько раз неуверенный звук гармошки. Автор пожимает плечами. Вот уж действительно все говно. Все говно. Машет рукой и уходит. Занавес с кубистическим рисунком в стиле Кандинского. В стиле Кандинского. Ракета. Действующие лица. Двое космонавтов, двое в белых халатах, инопланетное существо, две волосатых ноги. Действие первое. Пустая сцена. White Cube. На стенах сложные диаграммы и вычисления. Некоторые зачеркнуты с краткими матерными резюме умелой академической рукой.
Снизу медленно через люк выплывает до половины небольшая ракета с дверцей на трех винтах. Все разом изнутри начинают откручиваться. Вылезает космонавт. Все, нахуй, показывает на стены. Я не камикадзе. Возникают двое в белых халатах, начинают молча запихивать его обратно. Чьи-то руки втягивают его, помогая также изнутри. Дверца не спеша захлопывается, завинчивается. Слышен затихающий мат несостоявшегося дезертира. Один из белохалатных нажимает кнопку на стене. Стена озаряется багровым светом, параллельно опускается очень длинный занавес со звездным небом, сворачиваясь внизу, изображает движение ракеты к далеким неизведанным мирам. Действие второе. Полуразвалившаяся ракета на боку, отдельно нос и хвостовая часть с двигателями, так что два космонавта как бы внутри трубы. Один что-то торопливо пытается есть через маску колпак, подсовывая снизу. Другой, судя по губам, продолжает говорить то, что начал на земле. Медленно вылезает, пнув ногой носовую часть, через микрофон слышен его голос. Так и знал, нехуй было сюда лететь. Такое же говно, как у нас. Действительно, почва абсолютно говёного цвета с явными экскрементами различных форм, плотности и содержания. Между ними знаки неземного происхождения и рисунки расчлененных фигурок, похожих на человечечек. Ну вот, это точно нам. Съебываем отсюда куда угодно, а то пиздец будет. Оба торопливо стараются собрать, свинтить ракету, залезают через боковую дверцу, страшно довольны, что удалось. Слышна разухапистая песнь с припевом «Ебей не мать». Из ракеты вонючий черный дым, навстречу ему из-за кулис ползет что-то студенистообразное, цветом напоминающее те же экскременты. Попадая под дым, кашляет, матюгается, повторяя с акцентом слова «К ебе не мать». Черный занавес с крутящимися, кувыркающимся на ним звездным небом с проецированным кинокамерой. Действие третье. Все, как и в первом действии, только White Cube превратился в Black Cube. И на нем те же расчеты, только как будто белым на классной доске. И внизу перерисована детская рожица. А весь академический мат записан наоборот. Два абсолютно голых космонавта сидят около вывернутой наизнанку ракеты и сочно матюкаются. Один чешет яйца, другой плешь. Потом дружно поднимают головы вверх, где черная дыра диаметром с ракету, и оттуда свисают две голые волосатые ноги, как бы сидящего там на краю дыры. Потом одна нога чешет другую. Двое внизу ждут, затем недоуменно смотрят друг на друга. Дезертир пожимает плечами. Другой идет к ракете, роется там, достает тряпку и начинает стирать весь белый академический бред. С каждым движением тряпки раздается ее стократно усиленное микрофоном шуршание по доске, параллельно в том же ритме. Все освещение затухает, полная темнота, чей-то кашель, также стократно усиленный микрофоном. Тишина.
Ощущение в комнате сегодня. Крыса. Действующие лица. Сидящий за столом. Крыса. Действие первое. Голая, пустая сцена. Стол. Сидящий за столом, подперев голову руками, долго смотрит в зал. Потом, опустив голову на руки, некоторое время находится в этом положении и поднимает опять голову. Из-за кулис очень медленно двигается большая крыса. Останавливается перед столом, лицом к сидящему, и смотрит на него, слегка приподняв переднюю часть тела. Пауза. Потом сидящий резко бьет кулаком по столу. Молчать! Освещение становится зеленым. Крыса также медленно ползет дальше вниз. Сидящий резко отодвигает стол от себя, потом к себе, потом вскакивает и начинает волочь его по всей сцене, как бы стараясь найти подходящее место. Свет чуть усиливается или ослабевает, соответственно, движением стола. Найдя, как ему кажется, нужную позицию, то есть когда свет слабее всего, подволакивает туда стул и садится, сжав голову руками. Крыса медленно ползет в обратном направлении, и, соответственно, ее продвижению свет медленно гаснет до полной темноты, когда крыса уползает, откуда пришла. Действие второе. Тот же стол со стулом. На столе крыса что-то ест. Какую-то зеленую дрянь. Скорее всего, прогорший плесневелый сыр. Из-за кулис появляется прежде сидящий, тут же замирает лицом к залу и долго смотрит в зрительный зал. Потом пожимает плечами, скрывается обратно и появляется с огромным ворохом шляп разных фасонов. Начинает раскладывать их вокруг стола, несколько раз уходя за новыми порциями, так что в конце концов и стол, и крыса скрываются под их огромной грудой. Крыса невозмутимо все это время продолжает жрать, не обращая внимания на шляпу. Обкладывающий, наконец, поворачивается к залу и после некоторой паузы. Ну что, довольны? Не слыша ответа, идет к груди шляп, прикладывает к ней ухо, потом опять направившись к залу. Все, третьего не будет, только первое и второе. Идет за кулисы, приносит маленькую совсем крошечную кубетейку, кладет впереди себя. Свет зеленый сменяется ярко-солнечным лучом, направленным прямо на тюбетейку. Та сияет. Затем все гаснет. И темнота. Mm-hmm.
Окно. Действующие лица. Девушка в коротком халатике. Голос из репродуктора. Действие первое. На переднем плане огромное во всю сцену окно, разделенное, естественно, на квадраты, и девушка, его моющая из ведра тряпкой. В очень коротком сером халатике. Постепенно выявляются надписи на окне с той стороны, вполне приличные, но к каждому слову приписана мелкая буква, искажающая их смысл так, что они сразу становятся просто гадостью. К написанному, например, слову «бельканто» перед «б» поставлена буква «е», так что получается «ебельканто» и так далее. И все это изнутри, так что сразу не читается зрителями. Девушка моет, и постепенно выявляются за окном, то есть внутри здания, спины, сидящих за столами, видимо, в офисе, совершенно неподвижные. Когда она наклоняется, видны трусики, и это ввиду привлекательности нижних конечностей, несколько отвлекает зал от происходящего за окном. Впрочем, там ничего не происходит. Фигуры, скорее всего, картонные. Закончив работу, девушка берет ведро и оставшейся мутной водой обливает все окно. Когда вода стекает, видно, что за окном никого и ничего нет. Подоткнув халатик совсем высоко за трусики, девушка уходит, а окно начинает сотрясаться как бы от взрывов, которые, впрочем, совсем не слышны, и в нем отражаются тоже еле-еле какие-то красноватые отблески. Медленно гаснет свет. Действие второе. Та же девушка собирает в ведро скребком остатки разбитого стекла с совершенно пустой сцены. На ней тот же серый халатик, забрызганный чем-то красным. Над ней сбоку, где-то прямо за кулисами, видимо, репродуктор, очень членораздельно, с выражением, несет какую-то невнятицу. Ни одного слова разобрать невозможно. Собрав последние стекла, девушка некоторое время слушает. Потом со всех сил швыряет ведро со стеклами в сторону голоса. Страшный треск. Звон. Голос умолкает. Свет гаснет. Слышно в темноте как бы шарканье очень многих идущих ног.
Муха. Действующие лица. Два молодых конструктора. Муха. Голос из зала. Действие первое. На сцене два молодых конструктора с некоторым признаком дебилизма на лице строят летательный аппарат в виде огромной мухи. Один задумчиво обходит вокруг почти готового сооружения. А летать она будет? Другой, поглаживая по глазастой голове. А куда же нам, блядь, деться? Первый согласно кивает. Она падает, садится. Муха в ответ шевелит слегка лапами. Видно, тот, кто ближе, задел в ней какой-то рычажок. Из зала голос. И яйца отложит. Давайте занавес, мудаки. Оба конструктора бросаются в разные концы сцены, дергают за веревочки. С трудом, рывками опускается занавес из мары, за ним второй и так далее. Сцена видится все мутнее, но можно разглядеть, как муха уже поглаживает передними лапками глазастую голову характерным жестом, может быть, готовясь к полету. Действие второе. Два дебильных конструктора стоят у большого рабочего стола, где была раньше муха, а теперь россыпь мушиных какашек. И смотрят друг на друга. Один машинально сгребает какашки в аккуратную кучку. Откуда-то сверху слышится жужжание. Затем оно смолкает, предварительно сместясь куда-то в бок. Оба, не сговариваясь, крадучись, направляются в сторону смолкшего жужжания и уходят таким образом за кулисы. В зале напряженная тишина. Затем в той стороне слышится усиленный микрофоном хлопок нескольких рук и тут же возникшее и постепенно удаляющееся жужжание. На сцену появляется один дебилоконструктор, волочащий окровавленного другого. Кладет его осторожно, подносит к губам зеркальце, глядя в него, качает головой, разводит руками. Не надо было с головой заходить, я же говорил. Потом подносит зеркальце к своим губам, долго держит, глядит в него. Да и мне пиздец кажется. Идет к краю сцены, протягивая зеркальце в сторону публики.
Перед ним опускаются один за другим слои марли под все нарастающее мышиное жужжание. Раздается оглушительный хлопок и одновременно гаснет свет. Зрители расходятся в темноте, освещая путь предварительно розданными маленькими фонариками. Яма. Действующие лица.
Два геолога-изыскателя, девушка-коллектор, автор. Действие первое. На сцене два геолога-изыскателя спиной к залу долго смотрят в предполагаемую яму. Один нагибается, пытаясь что-то достать, потом торопливо бросает обратно в яму. Второй качает головой, глядя туда же. И откуда же там такое взялось? На тысячи километров кругом ни хера нет и быть не может. Первый. А может, вообще уже ни хера нет, раз такое есть? Сколько мы болтаемся тут, как говно в прорубь? Второй. Да нет, что-то должно еще быть. Первый. И что теперь, закопаем обратно? Второй. Да так оно и даст себя закопать. Ты бы дал? Первый. При чем тут я? Ведь оно не то, не сё. Второй. Очень даже и то, и сё. Как там наша девушка-коллектор? Первый. Хочешь позвать? Второй. Еще чего? Чтобы совсем ликнуло? Из-за кулис, пятясь, отмахиваясь от чего-то невидимого, появляется девушка-коллектор и чуть не падает в вырытую геологами яму. Те ее удерживают, стараясь одновременно оттеснить от ямы. Она же, заинтригованная, старается туда заглянуть. Наконец ей это удается. Вскрикнув, падает без чувств на руки, уже готовых к этому геологу. Свет постепенно меркнет, и одновременно голос диктора читает отрывок из Гоголя, то место, где Хома Брут тщетно пытается уберечься в церкви от Вия. Действие второе. Постепенно загорается свет. На сцене девушка-коллектор, сидящая на холмике, который теперь вырос на месте ямы. На холмике уже свежепроросшая кое-где травка. Девушка слегка всхлипывает, закрыв лицо руками. Рядом валяется полуистлевшая амуниция геологов и их копальные принадлежности. Появляется из-за кулис автор, долго смотрит на всхлипывающую девушку. А ты чего хотел? Девушка встает и остолбенело смотрит в зрительный зал, потом начинает медленно изливаться, складывая свою амуницию рядом с амуницией геолога. Автор ей слегка помогает. Потом медленно берет за руку и заботливо ведет за кулисы. Опять появляется на публике, смотрит в зрительный зал, качает головой. Да, остается только одно. Сворачивает руку калачиком, как бы приглашая прогуляться невидимую даму, откуда-то сверху на подставленную руку планирует попугай. Устраивается поудобнее, но ничего не говорит. А хули тут говорить? Свет гаснет, но со страшным треском и искрами, обозначая короткое замыкание. Хули тут говорить? Thank you.
момент. Действующие лица. Он и она строители гнезда. Народный хор, натурщик с мышцами, автор. Действие первое. На сцене скульптурный подиум с вращающимся кругом. На нем огромное, почти готовое гнездо из довольно крупных веток. Двое, он и она, ходят взад и вперед за кулисы и обратно, приносят ветки, достраивая гнездо, оба в рабочих комбинезонах. Изредка перебрасываются отрывистыми фразами, относящимися к постройке. Потом отступают, оглядывают сооружение и, как бы посчитав его законченным, дружно удаляются за кулисы. Слышатся постепенно нарастающие звуки репетиции какого-то очень захудалого народного хора, поющего не в голос за штатную псевдорусскую песню. Хор постоянно прерывается резкими окриками возмущенного хормейстера, иногда с матюгами, адресованными поименно кому-либо из участников. Гнездо начинает медленно вращаться, матюги усиливаются, хор смолкает, вращение прекращается. Из-за кулис девушка в комбинезоне и партнер выносят три огромных яйца и осторожно кладут в гнездо. Затем пятятся медленно за кулисы, опять чуть слышно слышится репетиция, слегка начинает вращаться гнездо и медленно меркнет свет. Действие второе. Также постепенно, медленно освещается сцена, все с тем же гнездом с яйцами. Из-за кулис появляется девушка с кистью и красками, осторожно берет из гнезда яйцо и начинает разукрашивать всякой похабенью. Одинокий голос из того же хора, на этот раз удивительно правильно, ведет древнерусскую мелодию. Закончив одно яйцо, девушка аккуратно кладет его на место и берется за второе. На этот раз резкими рывками, почти в бессознательном, как бы в сомнамбулистическом состоянии, проводит несколько горизонтальных полос и без сил в обнимку с яйцом опускается возле гнезда. Появляется партнер, поднимает яйцо, берет кисть и пишет между линией какие-то цифры, много цифр. Кладет яйцо на место, гладит рукой оставшееся неразрисованным, берет девушку на руки и уносит прочь со сцены. Свет постепенно меркнет, неразрисованное яйцо начинает светиться изнутри, и как бы из глубины его звучит бравурная музыка. Действие третье. По всей сцене валяются скорлупки яиц, на подиуме вместо гнезда натурщик с огромными мышцами и яйцами медленно вращается на круг. Выходит автор, пытается разложить скорлупки в каком-то порядке, потом, махнув рукой, а ну их нахуй, уходит. Натурщик все так же вращается, свет меркнет. Загрустили. Что-то мы загрустили. Димка, что-то загрустили. А пободрее. А пободрее. А пободрее.